Итак, срочные новости с официального сайта rambler.ru. Бузова заразила Тарасова венерическим заболеванием. Тарасов бросил Бузову из-за болезни. Футболист московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов бросил Ольгу Бузову из-за того, что певица заразила его венерическим заболеванием. Об этом свидетельствует переписка бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Юлии Исаевой, опубликованная телеграм-каналом «Рынок шкур». В беседе с неким молодым человеком экс-звезда «Дом-2» поведала, что певица и ведущая телепроекта регулярно изменяла мужу, однако причиной развода стала болезнь, которой Бузова заразила Тарасова. По словам Исаевой, именно поэтому спортсмен все забрал у Бузовой, позволив ей при этом сделать из себя жертву. Также бывшая участница «Дом-2» рассказала, что Ольга Бузова известна своим распущенным сексуальным поведением еще с тех времен, когда была участницей, а не ведущей телешоу. Кроме того, по словам Исаевой, Бузова периодически спала с юмористом Михаилом Галустяном, будучи уже женатой. Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов состояли в браке с 2012 по 2016 годы. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Итак, давайте почитаем с вами несколько комментариев на сайте соотечественников, опубликованных на официальном сайте rambler.ru. Владимир Синявский пишет, почему Малахов молчит и остальные уважаемые передачи, где детектор лжи и тест ДНК. Васек отвечает, да, нужен тест ДНК, ну и документы из ЗАГСа проверить, кто на ком женат был, а то уже весь мир твердит, что у Тарасова странная ориентация по версии Рамблера. Иван Панов пишет, это был анонс всех этих мероприятий. Марк Твен отвечает, Петька прибежал к Василию Ивановичу и кричит ему, Анка к белому ползла. Тот ему отвечает, тихо, Петька, мы начали новую войну, бактериологическую. Михаил Владимирович, у Рамблера вообще крыша поехала. Мне лично пофиг, кто кого там заразил, и думаю, 75% населению России тоже фиолетово. Вы хотя бы оставшимися извилинами думайте, что публикуете. Но на самом деле Михаил Владимирович только отчасти прав, потому что у Ольги Бузовой действительно несколько десятков миллионов фанатов, которые вообще следят за ее деятельностью. И им как раз таки это все интересно. И также, если вы помните, что Дом-2 смотрят действительно несколько десятков миллионов. К сожалению, наших соотечественников с минимальными извилинами действительно очень мало. Александр Ютин пишет, вот вы даете, она же Бузова заплатила порталу за новость. Как-то надо же поддерживать интерес к себе, любимый. Дима Иванов пишет, я думаю, что 76% населению это очень интересно, а вот 24% населению действительно пофиг. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал.